рассчитываю на то, что мы сможем продвинуться. Уровне. И та дорожная карта, которая была назад, если не больше. Поэтому сейчас вот от слов уже мы, я думаю, переходим к делу и будем стремиться этот проект, конкретный этот шаг, практически реализовать. В ходе переговоров... Это не связано с какими-то условиями, не связано...